Иногда душа требует праздника, а торжественные события требуют и соответствующей одежды. Как правильно выбрать праздничную блузку, расскажем. Женщины начали носить блузки еще во времена Средневековья. Тогда это были роскошные модели с пышными плечами и манжетами. Но современная тяга к минимализму победила. Сейчас даже праздничные блузки иногда мало отличаются от рубашек. Конечно, праздничная блузка может стоить дорого, но не до такой же степени. Итальянский бренд просит за шелковую полупрозрачную модель 17 тысяч рублей. В моде ретро-стиль. Длинные рукава, массивные манжеты и воротники. Цвета классические. Белый, бежевый, бордовый. Материалы – шелк и хлопок. Отдельный тренд – кружева и пайетки. Выходная блузка должна быть заметной. А сейчас подберем праздничную блузку для разных типов фигур. Выполнена из шелка красивого цвета золота. Элементы в виде пуговичек, которые также обтянуты шелком, очень эстетичны и элегантны. Рукав фонариком, узкий манжет с фиксирующей пуговичкой также смотрится очень романтично, нежно-голубого цвета. Ну и, конечно же, бант, который эстетичен, нарядный и очень элегантный. Изделие это можно носить как с юбками, так с брюками, даже с джинсами в деловом формате. Блузка роскошна. Эти блузки оставляем в магазине. Рассмотрим антитренды. Принт не для вечернего варианта. Хотелось, чтобы это была какая-то изюминка, блеск, либо однородный красивый цвет. Принт не украшает нашу женщину. Он становится более скучным, ежедневным, но ни в коем разе не праздничным. На первый взгляд черный цвет – это всегда вечер. Сетка также, но не в данном исполнении. Слишком много принта. Крупный горох, мелкий горох, черный цвет, который не украшает нашу женщину, не подчеркивает роскошный цвет лица и цвет тела. Конечно же, сама модель. Слишком много сборок, драпировок, закрытая майка внизу расширяет силуэт, скрывает тонкую талию и изящную фигуру. Праздничную блузку вы будете носить редко, а значит, вам не нужна коллекция из 5 моделей. Лучше купите одну, но уже на ней постарайтесь не экономить. Будьте сильными вместе с нами!